Всем привет, ребят, с вами снова я, Настя, и сегодняшнее видео будет о книжках, книжках Егорки, о том, что я заказала через интернет-магазин, и, в принципе, мои впечатления по этим книгам. Поехали! Тем, кто не смотрел мое предыдущее видео о Егоркиных книгах, могу сказать сразу, две книги я покупала в магазине «Читай город». Эти книги я покупала в магазине «Читай город», издательство «Клевер». Именно о их книжках сейчас пойдет разговор. Могу сказать так, цена в магазине намного выше, чем в интернет-магазине. Ну, кроме вот, наверное, этой, потому что здесь в районе 420 рублей также она стоила и в интернет-магазине. Она мягкая, здесь есть картинки, вообще рассчитана типа от 0 до 3, но некоторые предметы маленькие, поэтому я считаю, что лучше, конечно, детям постарше брать. Мягко, муслякает, кусает, просто листает, ему это нравится. И вторая, это такая большая книжка, Егору очень нравится открывать ее самому. Здесь у нас идет алфавит, мои первые слова, и маленькие такие кубики с картинками. Они вытаскиваются, здесь, в принципе, картинка, это как сортер получается. Считаю, что такое... Такая книга подойдет для тех, кто, допустим, не любит ездить с маленькими детьми куда-нибудь, потому что можно спокойно взять смело вот эти кубики несколько и развлекать ребенка ими. Насчет картинок, есть картинки покрупнее, есть, конечно, для детей постарше, допустим, я считаю, что это маленькие. Вот такие, там, природа, счет, это для детей, наверное, от 2 лет. Остальные там игрушки, животные, это для детишек постарше. Такую книжку я брала за 1000. На сайте она, по-моему, не киберпонедельник, а в день у них акции был со скидками. Можно было купить в районе 600 рублей, так что я очень сильно пролетела по цене. Остальные же книги я заказывала уже через интернет-магазин. И даже объясню почему. Данная книжка называется «Медвежонок в виде зоопарки», серия «Тяни, толкай». Она стоила на сайте 610 рублей. В интернет-магазине. А в «Читай-городе» такая книжка стоит 940 рублей. По-моему, так. Но от 900 это точно. Могу сказать так, что за 900 рублей как бы одну такую книгу жалко покупать, потому что здесь не так много прям страниц, 5 их. 5 листочков, но... Если вы покупаете на сайте, то выходит дешевле. К тому же там были, по-моему, была акция. Три книги, да, заказываешь 3 книжки, и 4-й, по-моему, идет в подарок. Ну, это было временно, поэтому не знаю, как сейчас, но мне понравилось. Начнем с того, что книга рассчитана вообще от года до 3, но я купила Егорки пораньше и не пожалела. Единственное, что здесь, как видите, сбоку есть стрелочки, это когда нужно потянуть. У Егора не получается так, он толкает и тянет рукой за саму картинку. Примерно так выглядит. Также следующая страница вам покажу. Здесь, видите, есть кружочек для маленького пальчика. И можно вытянуть льва. Я же помогаю Егору, я чуть-чуть вытягиваю. Дальше он вытягивает картинку сам. И так со следующим, к примеру, крокодила. Я дергаю ему, показываю, как нужно за кружочек тянуть. Он же делает все это ручкой пока сам. Остальные страницы не буду показывать, можете найти в интернете картинки. Ну, либо заказать, либо, может, у вас такая же книга есть. Есть еще книжки про Мишку, 2 части, по-моему, «Космос» и про пиратов. Также есть серия про аэропорт и, по-моему, просто транспорт. Это не про медвежонка. Вот как раз перед поездкой хотим Егорке заказать про аэропорт, чтобы ему было интересно смотреть туда и, в принципе, наблюдать за самим аэропортом. Так что, как видите, 610 рублей, 940. Ну, разница колоссальная. Так что, думаю, вообще... Такие книжки лучше заказывать, если ваш малыш учится, так, месяцев 8-9, и он уже интересуется книгами. Следующие 2 книги, это, скажем так, одна из серий, тоже она рассчитана от года до 3. Егору я пока просто показываю картинки, объясняю, называю. Как видите, первая это «Найди, покажи малыш в деревне», вторая это «Дома». Картинки очень такие забавные, крупные. Здесь... Идет рассказ поверху, и дальше по бокам нарисованы картинки, которые предметы, вот, которые нужно найти. Я Егору пока просто показываю, допустим, корова, там кошка, тут овечки. Ну, какие милые овечки, как облачки прям.
в дальнейшем как раз собираюсь уже по ним учить Егора, показывать там, где, допустим, трактор. Просто здесь есть некоторые мелкие детали, которые ребенок в маленьком возрасте он может не уловить. А ребенок, допустим, лет 3, он отлично будет находить их на этой книжке. И также книжка «Любимый дом». По-моему, книги стоили в районе 300 рублей, не больше 400, это точно. Здесь есть там девчачья какая-то, кошки, куколки, ванна. Ну, как видите, очень такие нежные цвета, постельные, мне очень нравятся. И тут, конечно, похоже больше дети на азиатов, но ничего. Также здесь, как и в той книге, тут, допустим, найти нужно хомячка, здесь тема, по-моему, больше про хомяка и кошку, чем... Да, здесь больше хомячок главный герой, скажем так. А в предыдущей, там, где про ферму, здесь больше картинок с котом. Нужно кота находить. Тоже, считаю, за 300 рублей, ну, по одной книжке, нормальное такое вложение. И они тоненькие, видите, я думала, они будут потолще, но много места не занимая, так что такие книги тоже удобно брать в путешествие. И последние две книги, они у меня получились... как раз в подарок, по-моему, да, бесплатно. Они сразу шли комплектом. Также они есть на сайте, по-моему, по отдельности. Там было еще издание в твердом переплете, но почему-то на тот момент их не было. Это две сказки про медвежонка в стишках. Первый это про кашу, и второй это про горшок. Моей маме очень понравился про горшок, такой забавный стишок. Здесь тоже она мягкая, поэтому, конечно, лучше, если вы будете ребенку читать сами, держать книгу, чтобы он не помял. Ну, тут, видите, какой милый мишка. Это, кстати, тот же самый медвежонок Федя, который был в твердой книге «Идти не толкай». Но, видите, он здесь такой бумажный. Очень милая, такая тоненькая тоже. И стоила тоже в районе 300 рублей. И могу сказать, что больше 1500 мы точно не потратили на книги эти. Мне, считаю, очень много. Кстати, нам тогда в подарок дали даже пасту, по-моему, детскую с плат. Она у меня до сих пор стоит. Но она вот, по-моему, годиков 2. Вот. Про кашу здесь тоже. Книжки вот эти в серии про Федю, они учат ребенка, как кушать самому. То же самое... как самому сходить на горшок, для чего он вообще нужен. Так что развивашка отличная. Ну, видите, какой хорошенький, милый. Ну вот, могу даже зачитать маленький кусочек. Спойлеры. Затрезвонил телефон, дзынь-дзынь-дзынь, зовет нас он. Посиди один, сынок, я отвечу на звонок. Сколько одному сидеть, можно так и похудеть. Мой животик заурчал, он по каше заскучал. Ну и, соответственно, дальше идет как бы такая короткая обучалка, как поесть самому, как накормить свой животик. Я считаю, это отличная книга для детей, ну, от годика. Да и, в принципе, читать ее на вечер, ребенка сразу закладывается, для чего и что нужно. На этом, пожалуй, все книжки заканчиваются. Больше мы пока еще не заказывали, но, как я говорила, собираемся заказать «Парапорт». И я хочу посмотреть еще пару книг таких, тоже тоненьких, как данные, для того, чтобы взять с собой уже в поездку. Потому что лететь нам очень долго. Это в целом получается 5-6, где-то 11 часов в самолете, только у нас с разбивкой, плюс еще в аэропорту. И нам также лететь все-таки из Бангкока до Пхукета. Это тоже часовой перелет. Поэтому книжек я хочу взять побольше и игрушек побольше, но мне нужна компактная книга. И думаю, как раз, если получится заказать у них, либо же все-таки придется покупать в магазине. На этом, пожалуй, все. Пишите, пожалуйста, ваши отзывы, комментарии. Кстати, как вам еще издательство Клевер? Заказывали вы у них книги или нет? Также напишите, пожалуйста, комментарии, от каких издательств вы заказываете книги, какие интересные, яркие, красочные, полезные. На этом, пожалуй, все. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. До скорых встреч.